создание нестандартных спортивных пространств и оснащение их современным оборудованием. Такова главная задача масштабного федерального проекта «Я выбираю спорт». Так, в его рамках на месте стадиона Барнаульской школы номер 128 сегодня возводят умную площадку стоимостью более 50 миллионов рублей. Согласно графику, 25 августа объект сдадут в эксплуатацию. 23 года школе сдавался в проекте. Футбольное поле было, были площадки, но они не были такие современные, то есть за ними было сложно ухаживать. А теперь на этой территории появится футбольное поле с искусственным газоном, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и зона для занятий воркаутом, а также современные и технологичные тренажеры. Оно будет оснащено QR-кодами, и если сканировать со смартфона, то пользователь получит видеоинструкцию, как это оборудование использовать. Тренажерные комплексы, тренировочные комплексы, они будут доступны всем, как начинающим спортсменам, так и тем, кто уже этим давно занимается. Предполагается, что инновационная спортивная площадка будет доступна не только для учащихся школы номер 128 и жителей индустриального района, но и для всех горожан. Кроме того, новый спортивный объект планируют включить в число площадок, где будут проводить занятия по проектам «Дворовый инструктор» и «Дворовый спорт». Дмитрий Дроздов, «День с толком».